эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Дети из оздоровительного лагеря «Салют» узнали, как устроена профессия сотрудника госавтоинспекции. Напоминаем о правилах поведения на дороге, о том, как надо передвигаться по проезжей части, по пешеходным переходам. «Металлург Видное» одержал очередную победу в рамках чемпионата Московской области по футболу. Мособлъярц сообщает, что, присоединяясь к проекту «Каждое дерево на счету», жители Подмосковья получают единый платежный документ в электронном виде. Переход на цифровые квитанции – экологическая инициатива российских энергосбытовых компаний и расчетных центров. Проект уже спас более 5000 деревьев и предотвратил скопление свыше 200 тонн бумажного мусора. Более 800 тысяч клиентов Мособлъярц уже отказались от бумажных квитанций, получают счета за жилищно-коммунальные услуги электронно. Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо в личном кабинете в разделе «Платежи» выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты. Откажитесь от бумажных счетов и рекламы в своем почтовом ящике и сохраняйте деревья. Что находится в салоне полицейской машины, как правильно носить бронежилет, вести собаку по следу преступника, как устроена профессия сотрудника ГАИ, узнали дети в оздоровительном лагере «Салют» поселка Володарского. День в оздоровительном лагере «Салют» начался необычно. После завтрака не прогулка и не линейка, а знакомство с профессией госавтоинспектора. 3 июля сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник и в честь этого приготовили для детей обширную программу. Напоминаем о правилах поведения на дороге, о том, как надо передвигаться по проезжей части, по пешеходным переходам, на средствах индивидуальной мобильности, на самокатах, велосипедах, роликах. Ну, такой в познавательной игровой манере, чтобы им было интересно. «Салют» загорелся проблесковыми маячками полицейской машины. Во дворе оздоровительного лагеря можно было и внутри служебного транспорта посидеть, и даже передать сообщение по громкой связи. Некоторые, пользуясь случаем, обратились к вожатым лагеря. Вожатые первого отряда, будьте добрее, пожалуйста, к своим детям любимым. Но вот, по легенде, в машине был обнаружен подозрительный предмет. Дети отошли и наблюдали за службой кинологов, вышедших на разведку. Где, покажи? София Бырдина и ее верный помощник по кличке Нейт обезвредили транспортное средство. Инспектор-кинолог признается, это только на первый взгляд инсценировка рабочего процесса. Для кинологической службы выезд ничем не отличался от настоящего. Сотрудники ГАИ и кинологи часто вместе взаимодействуют на многих мероприятиях. И как бы вот показываем свою работу. Чаще всего собака работает на автомобилях, потому что могут провозить запрещенные предметы. Дети принимали участие во всех интерактивах и с любопытством надевали служебную экипировку, каску и бронежилет. Воспитанники «Салюта» отметили, познавать профессию, примеряя ее на себя, гораздо интереснее. Я попробовала померить бронежилет. Мне очень понравилось, это интересно, познавательно посмотреть, как работают сотрудники полиции. А Ксении Петровой больше всего запомнилась работа кинологов. У нее дома живет четвероногий друг. И теперь девушке захотелось выучить с ним пару новых команд. Я впервые увидела такую натренированную собаку. Они очень помогают полиции, потому что человек может ошибаться, а не в собаке не ошибаться. В завершении экскурсии в профессию сотрудники госавтоинспекции показали детям видеоролики на тему важности соблюдения правил ПДД. День для воспитанников лагеря «Салют» получил плодотворным и полезным благодаря сотрудникам ГАИ и кинологической службе. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Сотрудники уголовного розыска МВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в вандализме задержали двух местных жительниц в возрасте 19 и 20 лет. Девушки разбили светящиеся стеклянные буквы на стеле «Я люблю Видное», расположенной в микрорайоне «Солнечный». Правонарушительницы пояснили, что повредили городское имущество, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Зачинщиком был знакомый наш, поэтому он что-то вскользь сказал, так как мы были нетрезвы. Далеко не трезвые, мы вот так решили нарушить. Осознали свою вину? Да. Я хочу попросить прощения за то, что нанесла материальный ущерб, в первую очередь, нашему городу.
В отношении девушек-дознавателям отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Эти строки из стихотворения Агнии Барто известны каждому ребенку. Ребята из лагеря «Радуга» познакомились со сборником перевода с детского, в котором знаменитая поэтесса перевела стихотворение со многих языков мира. В историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Радуга» провели интерактивный урок. Такие встречи уже стали традицией. На этот раз ребят познакомили со сборником стихотворений Агнии Барто, которое она собирала по всему миру. Вдохновлена была вечным творчеством Агнии Барто. Это первые стихи, которые входят в нашу жизнь, ну, наверное, после маминой колыбельной. «Переводы с детского» – это редкая книга. Стихи детей разного возраста, которые поражают неожиданной глубиной и непосредственностью. «Сердце найдет любовь, станешь счастливым друг. Что это значит, любовь знает мой лучший друг». Этим стихам Агнии Барто не один десяток лет, но они по-прежнему близки и дороги взрослым и детям, так как говорят о том, что волнует и радует людей – о любви, о печали, войне и мире. «Мне все стихотворения нравятся, я их стараюсь учить так, чтобы рассказать с выражением, потому что если я буду рассказывать без выражения, это будет как-то скучно, неинтересно». Чтение стихов способствует развитию у детей коммуникативных навыков. Ребята учатся выражать свои мысли и чувства через слова, а также развивают воображение и творческое мышление. «Я читаю чаще всего с мамой про книжку Пушкина». В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей. «Мне нравится этот лагерь, тут много очень друзей, очень интересно». На протяжении всей смены воспитанников ждут не только творческие уроки, но спортивно-оздоровительные и патриотические мероприятия. Дмитрий Книга, Кирилл Махров, Максим Константинов, «Видное ТВ». Футбольный клуб «Металлург Видное» в рамках очередного тура чемпионата Московской области встретился с командой «Восток» из «Электростали». Наши футболисты в очередной раз продемонстрировали, что на домашнем поле команда играет уверенно и не дает повода усомниться в своей силе. Стоит отметить, что за весь первый круг чемпионата Московской области «Металлург» не пропустил ни одного мяча в домашних матчах. «Восток» же после победы над «Зорким» все же стремился отобрать очки у одного из лидеров первенства и пытался подняться на верхние строчки в турнирной таблице. Но хозяева поля не оставили шансов гостям, забив уже в первом тайме два мяча в ворота соперника. Яркую игру любимой команды оценили пришедшие на стадион болельщики. «Сегодня у нас дебютирует товарищ наш, пятый номер Станислав Коханов. Вот, поэтому пришли поддержать его. И будем в дальнейшем тоже часто посещать данное мероприятие». «Продуктивно сегодня. Левый фланг у хозяев закрыт плотно. Не знаю, как раньше, сегодня точно. Сами знаете почему. Потому что пополнение. Пятый номер, повторимся, Станислав Коханов». Матч закончился со счетом 2-0 в пользу «Металлурга». Следующую встречу видновские футболисты проведут 6 июля в Королеве, где сыграют с местным клубом «Металлист». А сейчас рубрика «Афиша», и мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 6 июля в субботу в Расторгуевском парке пройдет концерт «Хорошее настроение». На сцену выйдут творческие коллективы и исполнители Ленинского городского округа. Начало в 16:00. Вход свободный. Также в субботу на площади около кинотеатра «Искры» в 17 часов начнется большое праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи. В программе концерт кавер-групп, интерактивные, спортивные и творческие площадки. В воскресенье 7 июля в 11:00 в Центральном парке ярмарка и мастер-классы, конкурсы, концертная программа в рамках Дня семьи, любви и верности. Приходите все вместе. А в 16 часов в воскресенье жители округа старшего поколения могут посетить музыкальную программу во Дворце культуры «Видное». «Любовью дорожить умейте». Для вас прозвучат песни, проверенные временем. Проведите свои выходные интересно и с пользой. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!